Всем привет, ребята, меня зовут Нил, и вы на канале LayGo. Итак, мы с вами продолжаем делать обзор игр на Android. Итак, у нас сегодня игрушка под названием Shadow of Blade. Это игрушка в стиле ниндзя. Нужно передать какое-то письмо своему сенсею. Так. Сенсею. А кто мы даже сами толком ничего не знаем. А, об этом. Особенно мы. Итак. Эта игра сделана по уровням, которые будут наделять вас какими-то новыми сложностями. Каждый уровень делает вас все больше сложнее, чем было тогда. Чем больше, ну, чем, грубо говоря, чем дальше вы играете, тем сложнее игра вам дастся. И это все. Играем за лучшего ниндзя, который будет вам давать очень хорошие результаты от его наставника. Всего лишь в этой игре 4 кнопки. Также можно играть и на свайпах. Вот как, например, сейчас. Ну, как видите. Это очень плохо мне дается. Ух ты. Ну давайте я сейчас напали. Нам так перейду тоже. Будет так очень легче. Так. Будет за очень много разных ловушек, которые вам не дадут заскучать. Ну и сейчас, ребята, я уж буду заканчивать. Но перед тем, как я это сделаю, я вас попрошу перейти по ссылке в описании на Globus Inter. Там вы сможете зарабатывать денежки в интернете за просмотр каких-либо реклам, за блокировку и разблокировку по телефону. Вам будет обеспечиваться реклама, то вы можете просто закрыть и все. Ну а я с вами теперь прощаюсь. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, комментируйте видосики, всем удачи, всем пока-пока.